взорвалась проблема с пожарами. Изменение лесного кодекса, который все профессионалы возмущались этим и говорили, что это приведет к катастрофе, все равно Дума приняла его. Мы видели катастрофу прошлого года, которая продолжается и этим летом. В нашем районе сгорело соседнее село 42 дома. И мы сейчас, каждое утро стоим и смотрим, не идет ли откуда-то дым. Потому что и в этом году никто ни от чего не застрахован. Сокращенные лесничества, сокращенные пожарные посты привели к тому, что леса и дома сельских жителей защищать некому. Но это закон, а нам говорили, что должно быть лучше.